превращение Путина в архетип зла, то есть по сравнению с которым даже там Сталин и Гитлер выглядят такими карикатурами, наверное, это тоже заслуга украинской машины, этой информационной пропагандистской машины. Это как бы важно. Если мы говорим о внутренней ситуации, то здесь, конечно, Путин сделал гораздо больше, чем украинские политтехнологи. То есть я имею в виду, что объединение нации произошло под воздействием действий Путина, а не политтехнологов украинских. Да? То есть Путин в ускоренном режиме сформировал украинскую нацию,